Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и мы продолжаем играть в Моряки на Нуань 4. В перерыве между сериями я прокачал наших персонажей, в плане, что у них было много непотраченных очков опыта, а также я улучшил оружие трем из них. В принципе, такое количество очков опыта непотраченных объясняет, почему нам пришлось так тяжко в прошлой серии, потому что я забыл, собственно, вложить эти очки в полезные характеристики для персонажей. Но теперь я это сделал, так что нам должно быть полегче. В любом случае, продолжим. Отлично, ну и куда идем? Эй, знаете, открыли проход к континенту Кусагаки, так? А, верно, и где тогда наша контрольная точка? Покажи-ка карту. Мы сейчас вот здесь. Если отправляться с западного порта, можешь добраться до континента Нитэцу. Контрольная точка вот здесь. Если пройдем вот сюда, то тут будет портовый город под названием Кусагакибэри. Запомните место. Если непонятно где это, то это просто какой-то мудак сделал печатку на карте. Если что, можно позвонить кое-кому, чтобы прояснить это. Ты что-то сейчас сказал? Нет, ничего. Так, ну в любом случае, начинаем наш долгий путь. Очень долгий и наполненный случайными столкновениями, скорее всего. По крайней мере, нас четверо, это гораздо веселее, чем трое. По крайней мере, ощущается какая-то, знаете, полноценность, чем когда нас было всего трое из четырех. Насколько сильнее мы стали, честно говоря, садить сложно. Мне, кстати, обидно, что Сигукин не пережил битву с прошлым боссом. И теперь мучительная разница в опыте у него с остальными ребятами, ну, ничего не поделаешь. Это напомнило мне мое прохождение первой финалки, когда у меня один из персонажей один раз умер в бою, и так до конца игры он отставал других где-то на 20 единиц опыта, что, по сути, это мелочь, но жутко мучило меня. Так, тут, скорее всего, ничего не изменилось. Не знаю насчет роботов в городе. Доска объявлений. Три ребенка пропали, честно говоря. Я не помню, когда мы в прошлый раз здесь были, их тоже было три, или число пропавших детей увеличивается. Есть о чем подумать, в общем. В любом случае, нам куда-то еще дальше, на запад, я так понимаю. Но тут враги нас уже не пугают. Эти пенсии слишком маленькие, чтобы представлять угрозу. Эх, на самом деле это прозвучало да нельзя грустно. В любом случае, да, как, собственно, топать-то на запад. Так, надо воспользоваться картой. Так, я зеленый. А нам надо примерно, так скажем, в красную точку, да? Значит, нам надо двигаться вдоль побережья. Если, конечно, всякий мусор позволит нам пройти. Люди тут живут вообще не слишком чистоплотные, блин, все подряд валяется на земле, огрызки карандашей, пенсии. В общем, нигде спасу нет. Так, ну, кстати, мы довольно быстро дошли в лес. В лес-то нам не надо. Но приятно было немножко подышать свежим воздухом. Секишо. Секишо мне тоже не особо надо. Выпустите, пожалуйста. Такой-то маленький ванпост, что ли? Может, не были еще? А, видимо, тебя можно пропустить. Ну, спасибо, я, в принципе, уже себя пропустил. Но приятно получить и официальное разрешение. Саханьяма я помню, кажется. Да, вот Кусагакибэри. Путь, в принципе, оказался не очень долгим. Давно я тут не был. Это все такой же огроменный город. Это один из лучших городов во всем мире. Так как он был закрыт некоторое время, роботы сюда добраться не смогли. Отсюда можно на корабле добраться до морковного городка. Морковочки бы сейчас погрызть. Блин, 100 лет не ел морковку. Я ведь когда-то ее очень любил, блин, реально теперь морковку хочу. А денег-то нет. А то тут уже хорошо подготовиться ко всему, что нас ждет. Ага, хорошо. Если я волнуюсь за Джека, нам нужно торопиться. Ага, хорошо. А, ты правда волнуешься о нем? Правда? А, чего? Я не услышал, что ты сказал. Бедный Джек. Ну, у него уже была возможность побыть в роли протагониста в Моряки на Нуань 3, если не ошибаюсь. Благодаря Асару на континенте Кусагаки отзвели целый портовый город. Его харизма интеллекта нет равных. Вывод: Асару сверхчеловек. Асару в президенты. В любом случае. Странно немного крыши, блин. Не по идее такие треугольные, да, но выглядят как будто они плоские. Ну ладно, блин.
Не мне придираться к мапе, к тому же. Все нормально, блин, мы получаем всяких моллюсков. Так, курсор, неужели он все это время вам мешал? Я ужасно извиняюсь. Но курсора больше нет. Послушайте, части города, есть целый склад снаряжения, где можно оставить какие-нибудь свои вещи. Если у вас слишком много своего снаряжения, можно попробовать поменять его. Эх, я помню эту модельку персонажа, я ее использовал в качестве главного героя в одном из своих самых первых проектов, первых проб пера на RPG-мейкере. Ностальгия. Ну, на самом деле, это причина, почему. Нужны художники нам, инди-разработчикам. Мы морковки на континент. Информация о роботах не подтверждена, но остерегайте возможность встречи с ними. Блин, надо все-таки научиться здесь готовить. Ну, я не знаю. Я ни разу даже не заходил, по-моему, в меню кулинарии. Надо будет все же зайти. Видимо, сюда в какой-то веке стали ходить корабли. Яры-яры. Так, человек изволит откушивать со слизнем. Как приятно видеть такое слияние различных рас. Хоть я и сам обычный житель города, меню Майданова Чек остается и мне. Я сюда через целое море переправлялась. Это хороший город, так и пышет жизнью. Больше мне домой не хочется, здесь хорошо. Так, надеюсь, Майдан Ланчи нам дадут самую вкусную морковку в этом городе. Так, ну тут вся та же компания. Честно говоря, не исключаю, что как бы все эти разные Майдан Ланчи, это просто одна локация, да? В которой мы телепортируемся из разных мест. Блин, вообще не буду смотреть на лицо Морякина. Хорошо, что не он главный герой четвертой части. Потому что, мне кажется, я бы не выдержал смотреть на это лицо постоянно. Да, хочу сосиски. Блин, все деньги трачу на сосиски. Надо сегодня на ужин тоже будет поесть сосисок. Но, по крайней мере, его лицо как бы заставляет задуматься об опасностях, которые ведут гачи игры. Так что, наверное, стоит поблагодарить автора за такое наглядное предостережение. Магазин мебели. Блин, да я сам как мебель, зачем мне еще? Хотя было бы здорово найти себе какого-нибудь брата стола. Так, честно говоря, я не знаю, зачем нам все эти вещи нужны. Скорее всего, чтобы что-то декорировать. Но у нас сейчас не столько много денег, чтобы раскидывать их на такие удобства. Роботы, я ни разу не видел ни одного. Вы все эти слухи вообще верите? Ну, уважаемые растения, у вас и глаз, то в принципе тоже нет, чтобы что-то видеть. Так, вы в магазине, специализирующийся на одежде в Кусагакибаре, от самих орков. Добро пожаловать. Скатерть, целых 5 раз скатертей. На чем они различаются? Это, видимо, секрет фирмы. Мы знаем только если купим. Такой вот код в скатерти. Цветочный магазин. Давайте тоже зайдем. Так, ну блин, это все похоже какие-то украшения. Может, мы можем купить здесь виллу, как в 7-й Fire Emblem. Ой, Final Fantasy, извиняюсь. Добро пожаловать, Кинсон. У вас на счету 0. Однако жизненно. Так, этот город теперь так оживился. Значит, деревня нам, и все в порядке, раз переправу открыли снова. Так, магазин, обмен драгоценностей. Честно говоря, я не думаю, что все эти вещи нам особенно важны сейчас, потому что денег у меня нет, драгоценностей нет. Вот правильно, хоть и рецепты готовка, это важно. Я голодный хожу, непорядок. Блин. Шеймит меня игра за то, что так халатно подхожу я к готовке. Точнее, вообще не подхожу. Плита, наверное, уже наша заржавела. Я не выйду, как здесь так солнечно. Понятно, молодой вампир отказывается показывать свой бледный лик. Так, хранилище. Блин, сколько там коробок. Блин, зачем мне класть решение хранения? Мне стало интересно, не ограничен ли у нас инвентарь. Но очевидно, раз есть, можно положить снаряжение на хранение, инвентарь должен быть ограничен. Может, это, так сказать, следы онлайн прошлого. Доска для объявлений. Да, это я уже читал. Я помню. Универсам, ну я уже заходил как-то в универсам. Правда, может там продаются воскрешающие, блин. Все в магазинах, везде, блин, продаются разные вещи. Морковочка. О, хочу. Блин, одну морковку. А у меня уже была одна. Надо приготовить какой-нибудь морковный салат. Хотя я, честно говоря, морковку предпочитаю употреблять с
первозданном виде. Я вообще салаты не очень люблю. Блин, хочу воскрешалочки. Давайте удочку купим. Сейчас всех рыб выловим. Хотя, честно говоря, кажется, я уже понял, что рыбалка это не совсем мое, но давайте все же закинем. Правда, рыбой мы не пользуемся. Супер удочка. Почувствовал эту добычу. Нормально. Ну, блин, все удочки одноразовые, это как-то отстой. Блин, что-то это нервы не выдержали. Вот где я научился рыбачить, так это Stardew Valley, блин. А вот здесь, похоже, не судьба. Ну, по крайней мере, здесь нет никаких раздражающих мини-игр, хотя эта мини-игра уже стала довольно раздражающей. Кто снесет железо и машинным маслом? Мы что, дрались с роботом, о котором столько все говорили? Блин, помыться надо было нам. Возможно, это наш... в нашей расе такое не принято. Видимо, рыбоцентральная станция наконец открылась. Давно пора ломбар закладывать и нечего, зал испытаний. Так, ну я готов бросить вызов местным. Хотя, честно говоря, ну, тут может сохраниться. Давайте сохранимся аж на самый первый слот. Так, мужчина, это что, хотите нарваться на драку? Блин, как испытание бросить? Еще одно испытание. Добрый день, не хотите пройти испытание? Что за испытание? А, это просто симулятор, потому что игре 3 сражения дают очки. А что дают за очки-то? Ну, тут можно подкачаться. Ну, давайте попробуем. Первый уровень. Ну, блин, не то, что у меня есть большой выбор. Мне интересно, какой отрезок игры уже прошел? Если верить сюжетным достижениям, то я четверть игры прошел. Так, ну, знаете ли, это ваши испытания. Хотя эти карандаши, на удивление, крепкими оказались. Но все равно не думаю, что... это им поможет. Блин, на самом деле не очень болезненно бьют. Но мы победили. Помогли сосисочки, которые мы откушали. Так, ну второе испытание. Здоровье на восстанавливать, я полагаю, не будут. Ну, это было предсказуемо. А теперь ну, все могут использовать дома. Да разве это не прекрасно? К сожалению, у нас нет очков. Не знаю. Блин, некоторые навыки не очень знаю, что делать. Надо делать, надо будет с этим как-то разобраться на самом деле. А то я, так сказать, вслепую прохожу. Буквально. Я сегодня но просто хочу лечиться. Возможно, стоит его еще подлечить. Что-то не у всех показывает имя, да? Это вроде какой-то баг в переводе, который почему-то случился. И непонятно, как его исправить. Что-то такое я читал. По-моему, это не единственный персонаж, с кем такое может быть. Так, я все забыл, что у нас еще третье испытание. Ладно, давайте попробуем. Господи, что это за животные? Зона бога, защитный барьер. Защитный барьер или блю? Как говорится, use buffer attack. Так, ну еще всякие полезные, да? Бафы теперь знает Ацукин. Ну вот. Наш четвертый друг ничего не знает, но зачем это знать, если он просто очень сильный? Авангард пытается замаскировать тот факт, что он забыл как свой четвертого персонажа. Ну хотя бы Бачикин и Сигукин, но помню все еще. Вот что случается, когда ты так редко играешь в игру, хотя. Ладно, не суть. Где мои награды? О, отлично, отлично. Мы еще даже ничего не использовали. Нам дали очки. Ну, это будет не слишком сложно, действительно. Мы получили медаль, бы 500 опыта. Эх, ладно, думаю, хватит с нас пока испытаний, к тому же, уверен, следующие будут. Ну все, спасибо, я готов идти. Думаю, последующие испытания будут посложнее уже, возможно, даже слишком сложны для нас. Даже это-то могло кончиться плохо.
Так, в любом случае, надо бы нам разобраться, куда двигаться дальше. Извечная проблема. О, ребята, я вижу, у вас тут казарму, так сказать. Спросите вы наших солдат, беспорядок в городе, связанный с роботами, было важно, без вашей помощи это бы все рухнуло, спасибо. Нет, это все-таки не умер, это все благодаря ребятам, которые уничтожили робота, это мы что ли? Мы много роботов уничтожили. Кажется, на этом континенте ротов пока не видать, поэтому ничего, если мы немного отдохнем, что-то преисполнение отдыхаем. Морковный городок, который управляется этот корабль, такой же большой, чем этот. Чего, блин? Не такой же большой, не больше этого, не такой же, как этот. Поэтому хорошо подготовиться к встрече с роботом лучше здесь. Окей, как скажешь. Все же ты у нас служивая, не я. Так, бочки тут ломать можно? Конечно, можно, я бы даже сказал, нужно. О да, сладкие сундучки. Тунец и хлеб. Рис и порошок. Ну, надеюсь, никто нас не будет сильно ругать за то, что мы себе прибрали, да? В конце концов, нужно много и питательно питаться, собственно. Много и вкусно питаться, чтобы бороться с роботами. О, сэр, наконец-то дал разрешение на переправу. О, я так и ждал этого момента. Внезапно это оказалась женщина. Корабль скоро отправляется. Вы войдете на борт? Тогда прошу сюда. Отплываем. Надеюсь, во время нашего круиза никакой робот не захочет забраться на наш корабль, как это произошло в прошлый раз. Отлично, морковный городок, но я пока не вижу ни одной морковки. Хотя что это там в ящичке лежит у женщины? Ох, наконец-то на другом континенте. Сколько приятного морского бриза, аж теряешь до речи, бачи. Эй, Шумитара, куда Фусакин-то делся? Они с Фурикином ведь обычно постоянно вместе. Фуса, он ушел из Санахьями. Саханьяма, блин. Что практиковаться в кузнечном деле, поэтому мы с ним давно не общались. Его не мог так просто захватить робот, но я все равно не очень уверен в этом. Я ведь так давно его не видел. Фусакин, воздушный шарик, который когда-то пропал, пообещал, что они сильнее. Но это у него чисто арка, так сказать, типичного протагониста Сёнэна, да? У Фусакина. Сигучан, сань 30 штук хамоби металла, пожалуйста. Ну, игноришь меня, грубо, я же заплачу. Интересно, чем плачут воздушные шары? Конденсированным гелием, может? Надеюсь, я так эгоистично. Все-таки надеюсь, что мы его где-нибудь встретим. Пока давайте поищем Джека и Аду. Я не очень хорошо знаю этот континент. Но стоит взглянуть на карту, чтобы понять, где город, в котором они живут. В чем я уверен, так это в том, что это в континенте точно есть город с названием Мастабе. Ах, боже, Джек и Аду, раз там. Но сначала нам стоит хотя бы просто осмотреться. Не слышу, что огромный робот вроде это по континенту Кусагаки. Вот про Мэнконда континенты ничего не знаю. Почему ты знаешь про другие континенты больше, чем про свой? А покупатель, извините, кубнички пирожных пока нет. Морковку хочу. Но не дают. Ладно, придется устроить акт вандализма в городе, раз никто не хочет выдать мне свежих хрустящих морковочек. И сундук я себе прихвачу. Большой какао, блин, какао тоже не люблю. Какао не любит, кофе не любит, авангард. А что вообще этому чаю нравится? Я люблю обычный чай. Так, ладно, свой уже говорил. И ты меня не порадовал, дружок. Так, очередной не... О, кузнец. Ну, мы уже улучшились, насколько смогли. Так. Блин, столько вкусной еды. Бекончик вот тоже вкусно. Картошку он продает. Блин. У вас есть руда? Можете нести кузнецу в лавке? Это мой старший брат. Наверняка придумаю, что с ней делать. Ну-ка посмотрим на старшего брата. Да, интересно, кто из их родителей с кем согрешил. Ну, тут не совсем понятно, как работают межрасовые отношения, учитывая, что все живут со всеми. Я очень часто слышу всякие слухи о роботах. Говорят кого угодно, женщин, детей, кто хочет робота. Кто это вообще делает? А почему это женщины и детей должны захватывать меньше, чем мужчин? Я что-то не понял. Так, блин, хочется сохраниться в этой гостинице. Так, ну если мы не будем отдыхать, нас бафы это, по идее, не спадут. Да, нет. Ах, или все-таки стоит нам остаться, ну, блин, 500 рублей потеряем, но хотя... А, почему? А, может, на после испытания все восстанавливают здоровье? Ну, тогда, конечно, я и шагу не ступлю в местные номера. Чё, ребят?
Я приехал сюда из города Мостовой и не ожидал, что тут практически нет гор. Эй, ты понимаешь меня? Ну да. Отлично, бони стаканы за привлекательность милых дам. Клешнёте, наверное, не так просто поднять стакан. Вы приехали из земли бананов? Да, наши михи сейчас страшные. Я тоже не указали себе там остаться. Блин, бананов-то тоже не дали. Ни морковки, ни бананов. Когда не такая зеленые сундуки, никогда не знаешь, что там попадется. От этого немного больно. Если там попадется что-то хорошее, то... Не, честно сказать, не слишком больно. Блин, тут еще кирки продают. Самое время купить еще пару кирочек, потому что чувствую, будет нам где покопаться. По крайней мере, от этого я сразу чувствую какую-то незамедлительную пользу, в отличие от рыбалки, потому что хотя бы за всякие руды мы получили вот дерьмо. Клубничный перо, потому что в отличие от рыбалки, руду я сразу знаю, где можно использовать, и это сразу дает нам бонусы. Клубничные пирожные, которые продаются здесь в кондитерской, так популярен, что собираются огромные очереди, чтобы купить его. Кажется, сейчас клубничные пирожные закончились, но может скоро... Магазин освещения. Эх, лучше это был магазин освещения, они бы наполнили наши вещи святой силой. Уверен, это бы помогло нам против этих созданий тьмы роботов. Я приехал из земли бананов, я был одним из защитцев робота, что вводил ужас на людей там. Увидел так не видно с своим единственным глазом. Эх. Везде обман. Так, мы вышли наружу. Сейчас какие-то долгие очень переходы. А тут катсцена. Это моряка, где я вернулся? Ха, ты наконец пришел. Я умудрился опоздать. Ты вон из земли бананов, верно? Неудивительно, что ты пришел поздно. Кажется, все собрались. Марикадзе, ты столкнулся с теми людьми? Они не представляют особой угрозы. Однако, там был человек, который, по моему мнению, требует особого внимания. Кажется, его зовут Шумитара. Его облик отличался от описания в базе данных. Он... О, это та же самая база данных, что и мы подсчитываем. Он слишком силен. Мне кажется, файл допущена ошибка о нем. Хм, что тебя вдруг он так заинтересовал, а? Лучше скажи, ты видел среди них человека с косой? С косой? А, кажется, да. Сигукин. Кажется, так его имя. Я старался быть осторожнее, согласно с его списанием, но он ничем не выделялся из своих друзей. Вот как. Чего он именно этот парень? Разве нам не стоит больше опасаться Шумитара? К слову, есть ли прогресс плана Ви? Ви. Так точно, объект Ви Ванитас уже проходит боевую проверку третьего уровня, и ее состояние также стабильно. Отлично, все идет по плану. Это место скоро станет их могилой. Так, мне показалось, что я не весь город осмотрел. Там наверху есть что-нибудь еще? Да, похоже, что и нет. Можно еще раз бочки побить. Кто-то уже положил туда рыбку. Ну, а расположил, то, видимо, хотел, чтобы мы ее взяли себе. Так, ну ладно, давайте путешествовать. Кусок кибер есть, как говорят, оценщик. Приходи к нему, когда найдешь что-то очень редкое. Так, посмотрим, какая тут живность водится. А, это все еще котлетки, что же такое? Жигалень. Так, ну что-то здесь враги как-то особо не изменились качественно. Кажется ли, мы стали идти медленнее? Все еще жуки олени. Близкого общения они, увы, не выдерживают. Если идти через город Суман, сможешь попасть в Мостобе. Обычно этот регион известен как достопримечательность для туристов. Блин, хочу в Мостобе. Ну что, в горы тогда? Перейдите в город Мостобе. Ох, надеюсь, эти горы будут не такими долгими, как прошлые, потому что, честно говоря, небольшой фанат супер длинных подземелий. Эти горы идеальны для добычи руды. Конечно, тут обитают монстры, так что будьте осторожны. О, да, руда. Блин, и монстры тоже тут как тут. Не хотят отдавать руду. Господи, что это? Красный краб. Мне кажется, не такой уж он и красный. У него сопротивление к... физическим атакам. Что делать? А, ну у него очень мало здоровья, с другой стороны.
Так что не очень-то ему это сопротивление и помогает. Так. Где руда? По духу хочу. Это не руда. Мандариновое желе. Эх, сейчас бы просто мандаринок. Блин, чисто не летсплей, а Авангард составляет список своих желаний в плане еды, которые все равно не испортятся. Что самое депрессивное, наверное. О, котик Закура. Что-то они какие-то поплывшие. Короче, они сидят в тазиках. Надеюсь, не с цементом. Блин, вдруг это реально котики, которых сбросили в тазиках с цементом. Честно говоря, стало неприятно такой мысли. Так, ну давайте обычной кирочкой поработаем. О. Кирка не выдержала такой усиленной работы. Не, на самом деле не так уж мало у него здоровья, справедливости ради. Ну и не очень много, скажем так, средний. Так, работаем киркой. И она выдержала. Он восстанавливает себе ману, но зачем? Что пускает? Ой-ой-ой, счет на себе стало нехорошо. Кстати, довольно классно, что тут есть всякие, ну, особые портреты для статусных состояний. Ну, мне такое нравится, хотя это, конечно, немножко может быть затратно, но все равно здорово. Так, самое время, наверное, лечиться, да. То, что-то нам причиняет боль. Сильную боль, притом. А Чекин вообще нет манны. О, здравствуйте. Вы кто будете? А, вы что, тоже добываете руду? А, ну и отлично. Давайте покупать руду с этим куском говна. Если раз ломается, тоже простите. Он нам дал супер кирку. Ну, знаете ли, вы еще не видели плохих кирок. Например, вот такой. Тюк-тюк. Но кирка решила доказать, что я не прав и не сломалась. Уважение. Блин, а все еще плохо, что-то я не ожидал. Привык уже, что-то, что статусы снимаются после боя. У нас, кстати, есть пара вещиц, чтобы от этого избавиться. Ну, не знаю, пока не будем торопиться тратить. Так, ну все, кирка отработала свое. Все же, наверное, надо снять эти эффекты с себя. Не быть таким жадным. И наконец-то потратить расходники. А не оставлять их лежать до конца игры. У шумных храбов довольно мощный атак. Используйте Сачу бомбу, чтобы уничтожить их. Сача бомба. Надо запомнить. Кто действительно поверил, что Авангард кто-то запомнит? Бетонный Джек. Блин, нам бы обычного Джека найти. Значит, я чувствую, за эту серию мы никаких роботов не победим. Что на самом деле прискорбно. Самый увлекательный в нем момент в игре – смотреть, сломается ли кирка или нет. Ну, у каждого, так сказать, свои интересы. Так, Сачи бомба это у кого? Блин, потому что так редко играю, я еще плохо помню навыки. Перезарядка. О, прикольно, прикольно. Сачи бомба. У меня есть альтоотца бомба. А где же взять Сачи бомбу? Наверное, ее не прокачал. Да, отца бомбу их не слишком расстраивает. О, вот это... Вот это здорово. Понятно, две навыка, видимо, наносят повышенный урон металлическим врагам. Осталось только понять, какой враг металлический, и мы нашли кирку. Ну, похоже, бросили ее здесь не зря. Блин, хочется применить местный репеллент.
чтобы избавиться от монстров. То, что мы немножечко заблудились, вернули не туда. Где-то на жизненном пути. Тут не выйти. Так, наверное, применю все-таки. Так, ну, не та кнопочка. Мне все же не очень нравится, как это сделано меню, их слишком много. Ну, прямо слишком, типа. У нас аж два меню, в одном действовался, в другом еще, блин, четыре. Недолго и потеряться, честно говоря, не знаю. Слово потеряться, я, похоже, реально потерялся, потому что что-то я вообще без понятия, кто я и где я. Тут вроде, может, вначале еще был проход в другую сторону. Это был не проход. А, ха, вижу какую-то лестницу. Остались мелочи, собственно, понять, как туда попасть. Ага. Не, наверное, не будет больше. Так, ну и зачем я, собственно, сюда пришел? Так, наверное, на паузе поищем выход. Надо бы побольше купить копиков. Ну, как я наверняка уже говорил, палка двух концов, с одной стороны. А, это яд. О, яд-то нехорошо. Если я знал, что это яд, я бы уже давно, конечно, вылечил все. Так, наверное, давайте на паузе поищем проход. Ну да, пропустил я тут ответвление, в общем. Прошу прощения. Так, мы пока в режиме хитрости. Так что нападения пока можно не ждать. Сейчас, говоря, что-то я начал сильно страдать в этих боях. Но как-то мы все-таки еще держимся. В отличие от наших кирок. Ну, пожалуйста, продержись хотя бы три раза. Так, один есть. Только если начнешь выпадать, зависит от противника, с которым дерешься. Если требуется найти важный предмет, то уж все вступать в битвы. Да, не то, что как мы сейчас избегаем их. Я довольно много вещей потратил, неплохо бы закупиться. О, выход в поле. Отлично. Так, коробочки, их разбить нельзя, к сожалению. Так, тут еще сундук. А чем отличаются как раз сундуки от зеленых? Прямо очень любопытно. Может, подразумевает, что в зеленых случайным образом генерируется снаряжение. Так, ну все. Какой-то большой камень. Так, срок есть хитрости истек, но мы как раз собирались выйти. И желательно здесь это быстрее, пока нас не нагнали очередные крабы и прочие веселые существа. Блин, вот именно механика случайных столкновений, вот, я знаю, многие ее прямо хейтят, ну, мне лично она норм, она мне не вызывает негатива, кроме тех моментов, когда я заблудился в каком-нибудь подземелье, не могу понять, как идти дальше, на меня все нападает и нападает. И вот тогда это реально вызывает скрежет зубов. На самом деле хорошо, что тут есть способ отключить столкновение на время. Придите, это морковный городок. Ну да, мы там уже были, в общем-то. Но с морковкой нам особо не повезло, а крабы-то нас поджидают даже здесь. Ну, один краб это не страшно. Единственное, конечно, то, что они нас травят, вот как сейчас, честно говоря. Можно и не снимать статус, все равно наложат заново. Так, ладно, город Мастабе. Вот мы и здесь, где тут Джеки Аду, значит. А довольно старый город Бачи. Все равно не очень верится. Во что? Насчет этих двоих, кстати, насчет Джека. Целых 5 лет прошло с того случая. И тут внезапно эти роботы. Не думаю, что с ними просто вот так могло что-то случиться. Точно. Тут облюдина. Нужно понять, что здесь произошло. Давайте хоть горожан расспросим, что ли? Вы что думаете, горожанин? Робот это вроде нет, не видел, блин. В принципе, везде примерно одни и те же люди. Роботы, значит, слышу о них, но не видела никогда. Нет, так конечно, что-то такое, но роботы разве правда существуют? Ну, знаете, если существуют железные красные крабы, то почему бы и роботам не существовать? Так, надо закупиться полезными вещами.
хилочек вот взять. Защита от статусов. Блин, нам так не хватит на еще раз пожевать. Давайте еще пару кирок возьмем, наверное, простеньких. А вот зачем бомба. Ага, вот что имелось в виду. Ну, блин, это расходник. Не хочется тратить деньги. Которых у нас и так мало. Возможно, можно что-то продать. У нас же куча всякой рыбы, хлеба и прочих кулинарных ингредиентов. Работы, значит, слышал о них, но не видел никогда. Ну, думаю, вам повезло, уважаемые. Так, можем усилить кому-нибудь оружие? Ну да, можем. Можем. А, так тут одно и то же использовалось. А, нет, стоп, погоди. Это другая вещь. То есть у нас уже коса плюс. Так что единственное, что можем улучшить, это... А, мы еще броню можем улучшить, получается. Тут было бы, на самом деле, тоже совсем не дурно. Так, давайте как минимум отсукину, а вдруг хотя бы лучше. Немножко утомляешь, нужно снимать. Да, тут, на самом деле, можно прокачать всякое интересное. Слеза лисы, вот, например. Я вроде бы уже где-то слеза лисы, мы ее находили. Их там надо две, я так понимаю. Так, ну-ка давайте попробуем. Усилить. Ну да, нужно две. Так, ну и мы еще, кстати, много. Ну тут везде нужно по два. Я даже не уверен, что это очень выгодно. В общем, видимо, придется усиление брони отложить пока. До лучших, так сказать, времен. Так, ну зато все экипированы по полной программе. Так, ну и сейчас еще за кадром прокачал там всякие характеристики на накопленный опыт. Ну ничего особенного там такого я не сделал. Никаких новых супер навыков. Опять пришли роботы? Что, никогда таких не видел. Роботы, я слышу, что на континенте Кусагаки не появлялись. На континенте Моркови ничего такого нет. Роботы, эх, не знаю ничего, блин, почему контент моркови, может, на самом форме моркови? Есть пельмешка, ребятки, блин, пельмешек захотелось, да что ж ты делаешь, старая корга, зачем так поступать-то с голодными людьми? Хотя, честно говоря, вот на недостаток пельмешек в своей жизни я пожаловаться никак не могу. Буквально вчера ими трапезничал. Так... Роботы, о таком опасно говорить. Ну, я только немного об этом слышу. А вообще, вот что уж скажу. Хозяйка местной гостиницы, она ничего такая. Я вас понял. Блин, это что, сейвотор? Блин, был это реально сейвотор. Мало кто понял. У вас буквально 1-2 подписчика. Горячий источник, как мы с тобой, очень круто. Если хотите сразу тут переночать, то можете его дожать немного и побудете туда. Мне нравится, что этот город довольно-таки отличается от прочих. В гостиницу. Пустите. Как здоровье восстановить? Собственно, непонятно, что нам тут делать. Никто ничего не знает. Какие роботы? О чем вы вообще говорите? Тут у нас... А, вот другая моя... Другая забегаловка. Совсем недавно я вас нынче побери. Да я готов эти сосисочки прямо одну порцию за другой поглощать. Настолько они прекрасны. Магазин мебели. Ты мне что скажешь? Роботы? Нет, я не понимаю, о чем вы. Конечно, спасибо. Как иронично. Сколько не спрашивай, роботов тут слыхом не слыхали. Сезон впервые слышит о них. Тут вообще никаких зацепок насчет того, что делать дальше. Это в каком-то смысле и хорошо. Шамитара. Ну, подумай об этом спокойно. Может, тут всех обспросили, вот нас и побаиваются? Может и так. Поищем лучше ребят, а не робота. Окей. Тогда пошли шариться в чужих домах. О! Наверное, и правда хорошо, что никто не видел робота. С другой стороны, это ужасает.
Но не может же он быть нигде. Ну и дерьмо. Солнце уже зашло. Я же не могу проверять чужие дома, Бачи. Не может быть. Что, правда? Ну погодите, ребят, мы наверняка еще не везде проверили. А это что там, гостиница? Вовремя ты заметил. Ага. Уже довольно поздно. Еще бы нам не отдохнуть. Я за, Бачи. Я тоже за. Вот и отлично. Нам уже подготовиться к завтрашнему дню. Давайте поговорим уже в номере. Вот так. Кажется, гостиница наконец-то опустела. Как круто. Вот эта гостиница. Впервые в такой бываю. Ну да, симпатичная. Мне нравится эта атмосфера. Был бы я чуть помоложе, сробу тут аллею косплееров, не иначе. Так и здесь горячий сочный на весь мир, известно, отсюда тут столько и туристов. Тут так много места. Very much white. Very much white. Че так смешно стало? Очень много широко. Очень много широко. Хотя и гостей слишком мило. Давайте взглянем на эту достойную женщину. Охо. Да, конечно, не каждый день такое увидишь. Добро пожаловать. Вы садитесь вчетвером? Ага, ну вот еще что, мы ищем людей. Вы случайно не знаете ли то дух и кинумовцев? Да, они сейчас в этой гостинице. О, ну наконец-то не здесь. Сас их словить где-нибудь. Словить? Сколько кажется, с ними из этих постояльцев теперь невозможно найти связь по какой-то причине. Кого черта? Подробностей не знаю, извините. А вот еще. В восточных руинах видели кого-то подозрительного человека. Может, это как-то связано? Восточные руины. Ребят, двигай туда прямо сейчас. А? Подождите, пожалуйста, руины вход воспрещен. Там же опасно. Тем более, он хорошо охраняется, поэтому вообще лучше туда идти на рассвете. Не стоит опрометчиво принимать решение. Если мы поторопимся сейчас, то может произойти что-нибудь непоправимое. Ладно, согласен. Так, для начала надо попасть в тот же номер, где ты сейчас. Мне много чего надо слышать этого тупого долбоёба. Ему такой спокойный разговор устрою. Хорошо, я покажу вам их комнату. Простите, за что мы такие эгоисты, Бачи. Сигукин, ты какой-то спокойный, Бачи. Разве тебе нет каких-нибудь мыслей насчет этой леди, Бачи? Не, я просто думаю о том, какой я сейчас пиздец устрою. А, не смей, Бачи. Звучал видео так, будто Сигукин небезызвестный любитель женщин. Вот мы и пришли. Как по мне, довольно затратно по времени иметь гостевую комнату на самом последнем этаже. Даже сколько им сюда добираться? Джек? Аду? Видимо, кто-то из вас здесь один? Пожалуйста, тут бы там был не только Джек, если уж как он сидит один и дрочит. Я зря настолько, что сам не знаю, что могу натворить. О, какая же это интересная игра. Ну, мне сейчас уж станет... Чего не так неловко, кстати, в таких моментах? Так сказать, соловью небольшой для кринж. Не, даже, как в отличие от стояка. Интересно, всех людей с именем, как у меня такие проблемы? А, Сигукин. Перестань, ты Джека до смерти забьешь. А, мне, блядь, глаза надо смотреть, Бачи. Столько ненависти и грусти вложены в его удары, Бачи. Смотрю на этих людей, понимая, что было правильным решением взять протагонистом Сигукина, а не вернуть кого-то из прошлых. А, вот оно как. Ну, хоть меня не тронули, и то хорошо. В каком это месте? Я даже робота-то никого не видел. А, как неожиданно. Так, значит это, что ты роботов никаких нет? Наверное. А сейчас они это такие, Бачи. Что если я захватил робот? А, Аду пропала. Пропала? Да, что-то странное произошло несколько дней назад. А, да, или своими мышцами мертвы, я помню. О, Дукин, ты сегодня рано вернулась. По правде сказать, я уволился от тупой работы. На полставки. О, ничего себе. А с тобой это чего? Для меня это величайшее событие в моей жизни. Только вот раз ты перестал зарабатывать, там не на что будет, то нам не на что будет жить здесь. Нужно найти роту полегче. Ты заканчивай свои глупые игры. Тебе особо скорее найти работу. Блин, а ведь и правда. И не мог не заметить, что есть садение на какой-то тихой, и за обычными шутками аду, словно с обычными шутками, подословно скрывал, какие было больно. Больно от отсутствия зарплаты в будущем. И затем однажды аду пропала. Ну а я чё, мне ещё 3 новелла не пройдено.
Думал, как добью, так сразу пойду искать. И вот почему я тут один. А, значит, это не как Министерство с роботами. Как она могла просто пропасть? А в ночные смены она никогда не работала, не знаешь? Нет, может, она просто устала от меня и решила вернуться домой? А? В таком случае нужно кое о чем быть уверенным. Ты вообще Аду искал? Ну, нет. Ладно, ребят, пойдем отсюда. Нужно пойти искать нашу подругу. Ну, в конце-то концов, давай наконец отдохнем, у нас был трудный день. Ну нет, а сейчас хоть полпланеты раскрошу. Так кто-нибудь, успокойте его уже. Хорошо, сейчас надо отправиться в восточные руины. Я уверен, что сейчас там тот самый подозрительный человек, о котором сказала нам хозяйка гостиницы. Руины? Люди очень часто посещают эти руины, насколько мне известно. То мы нам повезет узнать о них больше, если мы кого-нибудь расспросим. Ребята потащили Джека с собой. А теперь можем менять команду. Не забудь сохраниться, говорит нам игра. Но нет, никаких Джеков. Можно и к лучшему. Не люблю этот тяжелый выбор, кого же взять с собой на этот раз. Так, давайте сохранимся и закончим. Very much white, very, 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 very much white, so white. Так, ну тут, видимо, никаких новых диалогов, ладно. Давайте на этом закончим серию, надеюсь, что вам понравилось. Дальше отправимся в восточные руины. Никаких роботов мы пока, увы, не победили, но, может, дальше с этим пойдет пободрее. Не знаю, как вы заметили, большие перерывы просто. Юписайка мне как-то сейчас больше хочется играть, и как-то больше внимания людей именно к ней приковано, поэтому я записал две серии подряд. Но вполне возможно, что и с Маригином так произойдет, в любом случае больше таких разрывов не будет. Теперь мы, наверное, по одной серии пока будем записывать и чередовать, то есть. Дальше Юписайка, потом Маригин. Но вполне возможно, что мы дадим Маригину немножко больше экранного времени на этой неделе. В любом случае, с вами был Авангард. Надеюсь, что вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. Всем пока.